Большевиком можно стать лишь тогда, когда обогатит свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество. То есть земшарная республика Советов с точки зрения экономики, с точки зрения материального производства, промышленного, индустриального, вполне способна существовать и быть эффективной. Вы выбросили свой меч. Ваш меч – это Сталин. И теперь враги подымут этот меч и начнут им вас уничтожать. И нас тоже. Перевод на русский язык – это вхождение в Запад на любых условиях, хоть тушкой, хоть чучело. Здравствуйте, товарищи. В очередной временной, надеюсь, не сильно временной студии канала «Перехват управления» мы встречаемся с государственным советником Евгением Юрьевичем Варшавским. Жень, привет, рад тебя видеть. Ничего нет более постоянного, чем временное. У нас хорошие перспективы. Хорошо, мы, скажем так, в своевременной студии канала «Перехват управления». Жень, знаешь, тут пригласили меня на один казахстанский канал поговорить на тему «Марксист и Сталин». И, что характерно, ведущий пригласил еще из молодых товарищей Руслана Грошниченко, которого ты знаешь также неплохо. И мы поговорили, я у себя на канале выложил, попросил в сообществе «Перехват управления», можете посмотреть нашу беседу. Правда, мне там все советуют больше таких не приглашать гостей, но меня же пригласили, да? Меня всегда очень радует, что наши зрители всегда знают лучше спикеров и вообще знают, что лучше делать. При этом почему-то, конечно, не спрашивают, а где выдают автомат, но сами ничего не хотят для этого делать. Ну да ладно. Евгений Юрьевич, знаешь, вот я назвал тот эфир свой «Марксизм, сталинизм». Я, кстати, такого термина не слышал, может быть, я ноу-хау придумал. Да? И говорю о том, что Сталин создал государство, социализм с русской спецификой. Вот как сейчас китайцы называют, да, в переводе на европейские языки, они называют там социализм с китайской спецификой. Ну, правда, иероглифами это пишется «союз кланов вокруг престолов предков с оттенками цвета срединного государства», но на европейские языки это переводится как «социализм с китайской спецификой». И вообще ведь достаточно много проблем у Советского Союза, как Сталин говорил, основная задача интернационализма – это сохранение первого в мире социалистического государства. Достаточно много проблем Советского Союза состояло в том, что во многие случаи советские руководители пытались свой, безусловно, положительный опыт создания советской промышленности, социалистического вообще государства, переложить на ту почву, где она не очень подходила. И особенно Мао Цзэдун убедил Сталина, что в Китае надо действовать по-другому. Я думаю, что Сталин это понял, и особенно под конец жизни он много говорил о том, что нам нужна новая теория. Потому что марксизм в классическом немецком, назовем так, изводе, он показал даже на советской территории, что действовать надо по-другому. И Сталинский СССР – это другое государство, не классического марксизма, в общем-то. Вот на твой взгляд, какая теория, вот без которой нам смерть, ведь мы же не можем создать сейчас без теории новую модель государства. Вот какая теория сейчас будет своевременной? С учетом перехода в новый, не только технологический уклад. Мы же понимаем, что революция и гениальность Маркса, на мой взгляд, состоит в том, что он показал, что революция – это не Ленин на броневике, да, это антураж революции. А революция – это приведение в соответствие производительных сил и производственных отношений. То есть, прежде всего, за счет изменения производственных отношений. Ну, я немножко расширю. Отношений в принципе. Поэтому революция – это не событие, а это процесс. Да, нет революции – начало. Есть революция – начало, нет революции – конца. Это процесс. Это уже прям троцкизм. Это не троцкизм, это Гельфанд придумал парус. Перманентную революцию, да, тоже парус придумал. Да. Но он дружил с Троцким, он ему это рассказал. Троцкий, как прекрасный оратор, это дело быстро оседлал. Ну так вот. Они же достаточно долгое время дружили, до тех пор, пока Троцкий не присвоил идею перманентной революции. Так вот, суть-то в чем? Новая теория, вот на чем она должна базироваться? Вот помнишь, да, три источника, три составных части марксизма, да, из чего состоит марксизм? Там, английская, немецкая, французская, да? А из чего может состоять новая теория? Ну, неважно, как ее назовем. Ну, вообще с названиями надо быть поосторожней. Товарищ Сталин продемонстрировал достаточно прагматичное отношение к этой важной теме. Тот же, как социализм с китайской спецификой, никакого отношения к социализму не имеет. Нормальный государственный капитализм, слегка покрашенный в партийные цвета.
Вот. Там вполне себе процветают миллиардеры, то бишь крупный, я бы сказал, олигархический капитал, прочнейшим образом аффилированные с государством и практически выполняющие его функции. Чем это отличается от госкапитализма, я не понимаю. Вот. Но, тем не менее, официально это... Китайцы не отличаются. Ну, им из подвала виднее. Проблема в том, что видение, так сказать, несколько заинтересованное и пристрастное, несколько дешевле на базаре мироздания. Что до теории, ну, во-первых, за историю человечества наработано достаточно всего умного, и пользоваться надо в основном тем, что уже создано. Потому что именно в сфере социальной придумать что-то принципиально новое, боюсь, если не невозможно, то крайне затруднительно, и вряд ли это будет глобально такое новшество. И, собственно, идея, противоположная капитализму, то бишь разделению человечества на два сорта хозяев и быдло ушастое, природы предназначены для того, чтобы работать, как бы ни постарше будет. То есть идея справедливого общества для всех, оно, ну как, достаточно хорошо базировало в свое время еще народоплеменном строе, который немыслим без коллективизма, и без него просто не существует. И разделение единого когда-то социума, общества на классы по отношению к средствам производства, это как бы уже процесс не то чтобы совсем искусственный, но вполне себе вторичный по моменту возникновения. И за историю человечества, за несколько тысяч лет, по крайней мере официальных, этот механизм свои пороки доказал и продемонстрировал их неустранимость. Соответственно, по логике, если мы имеем какую-то конкретную ситуацию жизненную, например, текущий глобальный... фазовый кризис. Да, системный кризис. По многим признакам он демонстрирует свою фатальность, ну, не столько для человечества, потому что человечество уничтожить в нынешней ситуации может только космическая катастрофа. Человечеству эта задача точно совершенно не по зубам. Вот, не случайно ядерную зиму надували по всем правилам нормального черного пиара. Вот, и если мы попали в ситуацию кризисную, из нее есть как минимум два выхода. Даже если вас сожрали, у вас есть два выхода. Совершенно верно. И если у вас есть еще ножик, то можно прорезать третий выход. Но это уже... Но это уже при наличии определенных условий. Да, да. Так вот, капитализм, точнее, ну, рыночная экономика, инклюзивный капитализм и все такое прочее, оно предполагает единственный вариант выхода из системного экономического, он же политический кризис, это возврат обратно к истокам, то есть развал мира на зоны влияния, уход от глобализма, восстановление традиционной экономики патриархальных устоев с сокращением человечества раз так, наверное, в 10. Через войну традиционно. Не обязательно. Ну, война, скорее всего, в таком формате практически неизбежна, по крайней мере, серия локальных каких-то вооруженных конфликтов. А вот в высокой теории сократить население можно, в общем, без всяких боевых действий, если, правда, не считать необъявленную войну мирным сосуществованием. Но, тем не менее, проблема не в способе перехода обратно в Средневековье, а в альтернативе. Вернуться в Средневековье не проблема. Тем более, этот вариант предлагается как безальтернативный. Потому что социализм плохой, он себя, так сказать, зарекомендовал плохо. Он представляет из себя страшный симбиоз ГУЛАГа с плановой экономикой. И системой образования еще, ты забыл. Нет, в системе образования было тоже плохой. Здравоохранение тоже было плохим. И по сравнению, значит, с сияющим градом на холме, все было достаточно упорно. В последних редакциях этой версии и в космос тоже американцы летали первыми, потому что о Гагарине, по крайней мере, на Западе уже потихонечку забывают. Там уже есть Алан Шепард. Который, кстати, все-таки, по-моему, по баллистической траектории летал, и ничего более. По баллистической траектории в космос улетали в 1944 году на Фау-2. Да, я понимаю. Правда, людей там не было. Но вот железяка вот эта самая, да. У нее где-то был, по-моему, практически потолок где-то в районе 200 километров, а линия кармана, как мы помним, это 100. То есть они превысили где-то в 2 с копейками раза, я имею в виду немцев, но об этом говорить почему-то не принято. Хотя не вижу в этом ничего такого особенного. Ну да,
А Советский Союз в 51-м году запустил вот, первый. Но Советский Союз, мало того, что он что-то туда запустил, в 51-м году, так сказать, копию той же Фау-2, кстати. Вот. Он еще немножко первым вышел в космос, уже, так сказать, на орбиту. Это тоже этап и тоже должен считаться, потому что спутник однозначно первый советский. Ничего раньше человечество не могло закинуть вверх с такой силой, чтобы оно больше никогда туда, на эту землю, не упало. Ну, строго говоря, не совсем навсегда, но... За исключением станции «Мир», да, это понимаем. Вот. Но и человек первый советский тоже в космосе, и целая вот такая вот лесенка мировых рекордов. Первый полет двойной, первая стыковка, первая женщина в космос и так далее. Замучаюсь перечислять. Дело не в этом. Дело в том, что альтернатива лежит именно в этом направлении. Если говорить лозунгами, то вне советского дискурса будущего нет не только у российского, у бывшего СССР, но вообще у нашей планеты. Не в плане того, что надо восстанавливать конкретно советскую власть образца 34-го или, допустим, 70-го года, речь не об этом. Речь об идее, лежащей в основе конкретной формы государственного и социального устройства. Это поинтереснее будет. Потому что Земшарная Республика Советов – это, собственно, то, что было предложено городу и миру со стороны большевиков, партии большевиков, победившей в конкретных условиях на конкретной территории. И конкретный формат этого самого, этой самой Земшарной Республики Советов начал реализовываться в реальность. Сначала в формате СССР, как минимум до войны. И это было не очень убедительно, если объективно говорить, потому что Советский Союз до войны в лидерах прогресса, если не считать социального, не находился. Мы были в достаточно сложных условиях. Но после Второй мировой войны, именно Второй мировой войны, Великая Отечественная ее часть, важнейшая, но в данном случае мы говорим о мире. Так вот, после Второй мировой войны Советский Союз не просто стал качественно иным и качественно более сильным, возникло то, что являлось прямым прообразом Земшарной Республики Советов и имело название мировой системы социализма. В 1956 году на 20-м съезде КПСС этот тренд был похоронен. И страна, и партия под руководством обновленной партии перешла на совершенно другие рельсы, которые условно называются конвергенцией, или на советском латинке это называлось мирное существование стран с различным общественным строем. В переводе на русский язык это вхождение в Запад на любых условиях, хоть тушкой, хоть чучело. Желание сбылось. Именно тушкой мы туда и вошли. Вот. Чучело нам набить не позволили. Вот, и заставили сменить, так сказать, внешний облик, реквизиты, перья и все остальное. Вот, то есть Российская Федерация на Советский Союз не похожа ни в каком месте. Я вот один вопрос хочу тебе прям уточняющий задать. Мао Цзэдун, согласно воспоминаниям Андрея Громыка, на свой последний визит в Москву, это был 57-й год, сказал ему буквально следующее, что вы выбросили свой меч, а ваш меч – это Сталин. И теперь враги подымут этот меч и начнут им вас уничтожать. И нас тоже, он имел в виду, да, и нас тоже. На твой взгляд, вот эта новая теория, о которой мы говорим, да, но новая теория – это то, что создаст новый образ будущего. Образ социальный, уже такой образ будущего, это социально-экономическая модель, по сути. Так скажем, как сталинизм может быть встроен или быть фундаментом вот этого нового мироуклада? Сталинизм, если понимать под этим государственную политику в период до, грубо, 56-го года, Сталин умер на 2 года раньше, ну, курс поменяли все-таки официально где-то вот именно после 20-го съезда КПСС, потому что очень многие проекты, я бы сказал, практически все проекты, за исключением уж совсем политики, продолжали осуществляться, может, с меньшим энтузиазмом, но вполне себе до 20-го съезда, потому что потом практически все основные проекты сталинской эпохи были свернуты либо обесмыслены. Вот, и сталинский план преобразования природы, это, собственно, госпрограмма 1947 года. Ну и вот вообще в 1954-м свернули же, и все ресурсы отправили на целину и спалили их там. Во-во-во. Я встречал цифру в 25 глобальных проектов сталинской эпохи, из которых один этот самый великий план преобразования природы, плюс транспорт, логистика, космос, много чего там было. Вот. Горевать поэтому несколько поздновато.
Но помнить об этом стоит. Стоит. Что было сделано в эпоху сталинизма? Была продемонстрирована всему миру не что-нибудь, а модель экономического устройства, не имеющего предела масштабирования вверх. То есть система организации экономики вполне себе могла быть масштабирована на, так сказать, на большие территории и большее население практически без ограничений. Ну, кроме естественных, потому что пока мы не открыли разумную жизнь во Вселенной, мы ограничены нашей планетой. Но построить... в одном океане немерено можно масштабировать. Нет, все-таки океан имеет границы достаточно отдаленные, но вполне ощутимые. А вот космос таких границ даже официально не имеет. Так вот, экономика... Что только глупость человеческая, да, больше космоса. Да. Экономика сталинского формата вполне себе продемонстрировала способность функционировать в абсолютно разных, я бы сказал, принципиально несовместимых условиях. То есть, имея высокоразвитую промышленность и такое же образованное, весьма такое энергичное население, мы видим, что в таких регионах советская социалистическая экономика вполне себе демонстрировала замечательные результаты. Например, в Германской Демократической Республике вполне там все колосилось, несмотря на жутчайшие потери после, опять же, Второй мировой войны. У них она даже официально отечественной не считалась. Вот. И то же самое было в относительно слаборазвитых территориях. Там тоже действовали те же сталинские методы, но абсолютно другие по форме и хорошо учитывающие местные условия и позволяющие выравнивать уровни развития, даже различающиеся даже не в разы, а на порядке. Демонстрировалась вполне себе разумная социальная политика. Туда же было и в экономику, и в социальную политику была вмонтирована реальная многоукладность этой самой экономики. Уже практически все знают, что в кровавом тоталитаризме частники, ну, условно говоря, артели, вполне себе давали то ли 6, то ли 8% валового национального продукта, что очень много и больше, чем сейчас в Российской Федерации дает малый бизнес. Я тебе даже более того скажу. В бюджете Советского Союза кооперативная и другая, не государственная, не имеется в виду не государственная, не понимаешь, о чем я говорю, да? Кооперативная форма собственности давала в бюджете 65-66%. Понятно, потому что они работали в основном на товарный рынок, сектор. Конечно. Да, и в рамках товарного, потому что, ну какая разница, сколько тянет танку, потому что это не продукт, если ты его не отправляешь. Сколько бы он ни стоил, да, это не товар народного потребления. Да, 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 да. И ты его только на экспорт отправляешь, ты можешь его в какую-то товарную группу. Хотя внести. После войны на танках пахали, снимали башню и... Ну естественно, так это была сделана полуторная экономика. Вот американцы, когда мы покупали оборудование для Челябинского тракторного завода, значит, писали, что русские настолько неразумно используют средства, и потешались. Вот, у них самый большой трактор 5 тонн весит. А они у нас купили к этому заводу 25-тонный кран. Вот идиоты-то, зачем им надо. А вот как в 42-м году надо стало поставить 34-й, который 20 тонн. Где бы они этот кран нашли? Вот сейчас проблема-то в чем? Где они найдут оборудование? Что-то для фронта надо? А деньги-то на это есть, а... Ну, нельзя же воевать с собственными хозяевами. Да, неважно. Речь-то о другом идет, что они даже не могут это сделать. Не на что, негде купить то, что им нужно для фронта. Им купить негде. А у нас был 20-тонный кран в Челябинске. Я немножко хотел бы на этой теме чуть-чуть потоптаться и чуть-чуть ее углубить. Да. Дело тут даже не в деталях, а в принципиальном подходе. Конечно. Советский Союз, опираясь после войны на мировую систему социализма, продемонстрировал свою гибкость и приспособляемость к условиям. То есть в Советском Союзе частного бизнеса, ну, по окончании НЭП, практически не существовало. И это имело глубочайшие социальные корни, потому что, например, нормальный бизнесмен на селе в Российской империи и в раннем Советском Союзе назывался в народе просто мироед. Потому что этих людей ненавидели всей душой. Я просто закончу. Да. Это всей душой, это все крестьянство, это 80% населения Российской империи. Уже тогда их называли мироедами, кулаками их стали называть, насколько я знаю, чуть позже, но принципиально они не менялись. В Европе частный предприниматель
вполне уважаемый себе человек. То есть в какой-нибудь Чехии, Чехословакии, ставшей социалистической, владелец пивной или там булочной, никто никогда в Чехии, так всерьез, и, так сказать, в лицо не называл мироедом. Было совершенно другое к ним отношение. И, в принципе, вполне себе доброжелательно, потому что в силу многих обстоятельств, даже не будем их анализировать, просто они не были в таком противостоянии с остальным населением. Они не столько на нем паразитировали и доводили их до голодной смерти. Ну, я с трудом себе представляю в Чехии, чтобы владелец пивной выморил голодом свой район. Пиво им не давал. Вот. Там именно к частному предпринимательству, именно к частному, не картелям, была вполне себе доброжелательная обстановка, и Советский Союз, советские власти вполне себе там допускали именно частный бизнес, который в Советском Союзе вымер. Потому что вот с точки зрения, в крестьянской стране не получилось вот ювелирно здесь вот так вот порегулировать, и пришлось прихлопнуть его целиком. Его, я имею в виду, частный бизнес. Я тебе хочу один факт привести. Была такая книжечка под конец 20-х годов выпущена. Называлась «Частная собственность СССР». Написал ее некто Ларин, отец последней жены Бухарина. Так вот, Ксения Ларина. Это я не знаю, да. Так вот, он писал следующее. Он проанализировал судебные дела, посвященные грубым нарушениям экономического законодательства Советского Союза. При этом анализировал он дела, ну, там, скажем, 22-й, 23-й, ну, книжка вышла в 27-м, значит, записал ее в 26-м. То есть, какой у него был период, да, для анализа этих дел. Так вот, выяснилось следующее, что 3/4 серьезнейших экономических преступлений совершили люди, которые до 17-го года никакой собственностью не обладали. То есть, созданные условия, фактически, да, делали из бывшего... Пролетария или крестьянина. Или крестьянина, делали сразу мироеда. Ничего удивительного. Удивительно, понимаешь, сам факт, вот, нет, 3/4. Когда строили партийную советскую систему управления, нахлебались вот в наших национальных окраинах по самой не балуйся. Потому что, ну, перебить баев тамошних мироедов – ноль проблем. Кто сам сбежал, кто стал басмачами, басмачей перебили, потому что это вопрос чисто военный, он вполне себе решаемый. Но кого назначать на должность? И вот советская власть столкнулась с тем, что вот берешь, вот, условно говоря, самого бедного крестьянина, дехканина, значит, который вообще, так сказать, не разгибаясь, пахал на этих баев проклятых, и ставили его первым секретарем райкома, приходишь через 3 месяца, он от бая бывшего не отличался вообще ничем. Вот со спины поставить, у обоих уши, щеки из-под ушей видны, и отношение к своим бывшим классовым братьям хуже, чем у потомственного аристократа. У потомственного аристократа есть хотя бы некоторая выучка, такая чисто социальная, их учили общаться со всеми. А этого не учили. Он как вот стал вот хозяином жизни, так вот, соответственно, все, кто ниже, значит, по социальному статусу, типа насекомых. И что делать? Да, его можно расстрелять, потому что просто так щеки не наешь вот, в 30-е годы, вот, чтобы из ушей было видно. Кем заменить? И эта проблема советской властью решалась лет 30. Это вот не получалось решать, так сказать, из рогатки одним ударом. Но, тем не менее, потихоньку нашли метод. Тоже несколько за рамками объявленной темы, я ее все-таки обозначу. Стали приглашать, собственно, национальные кадры в центр, воспитывать их там, после чего они как-то легче адаптировали себя, у себя на родине, у них получалась не только политическая, но, как бы сказать, эмоциональная и психологическая база за спиной. Они своими глазами увидели мир, построенный по другим правилам. Не в словах, не в плакатах, не в лекции почетного замполита, а общество знаний. Вот, а вот, так сказать, вот приехав в центр, где это, собственно, растет. Это совершенно другая вещь, и люди, выросшие в такой обстановке, они становятся проводниками общей идеи и, соответственно, существенно более устойчивы к соблазнам и всему прочему. Собственно, идея нифига не изобретенная большевиками, ровно то же делала и Российская империя, когда приглашала к себе в Москву, так сказать, всяких туземных князей, давал им русское дворянство и даже титулы. И не только в России этот механизм известен. Но вот у него есть единственный принципиально неустранимый недостаток – это нельзя сделать быстро. У Советского Союза меньше 30 лет на этого точно не ушло. Да нет, но тут же другая ситуация. И за 30 лет-то толком не успели. Это, наверное, надо... Нет, после 20-го съезда КПСС ставка была сделана именно на предшествующую категорию, то есть тех, кто, собственно, вышел из грязи, но князем так и не стал. Несмотря на существенно выросший, так сказать, социальный статус.
Вот. К чему я, собственно, веду, о чем разговор. То есть Советский Союз в сталинском его периоде продемонстрировал на практике реальность экономики, способной к масштабированию хоть на всю планету. То есть Земшарная Республика Советов с точки зрения экономики, с точки зрения материального производства, промышленного, индустриального, вполне способна существовать и быть эффективной. Прежде всего потому, одна из главных причин потому, что она способна инкорпорировать в себя любые экономические механизмы, в том числе рыночные. То есть рыночная экономика, конкурентность и все такое прочее, советская, сталинская экономика не отвергала, а включала в себя. Большевиком можно стать лишь тогда, когда обогатит свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество. Ничего в этом смысле существенного нового товарищ Сталин в это ленинское высказывание не привнес, и, по-моему, даже не собирался. Он это использовал в реальной жизни. По крайней мере, в экономике 100% получилось. То есть... И война, кстати, это показала. Совершенно верно. И относительная убогость советского быта – это не следствие неэффективности не рыночной плановой экономики. А временной. Совершенно верно. Потому что просто не успевали по времени. В Советском Союзе, я тебе одну цифру приведу. В 1954 году, может быть, в 1953, я вот просто не помню, наметился катастрофическое падение темпов прироста. Я знаю почему, я этим исследованием занимался, но сам цифру тебе скажу. Катастрофическое падение темпов прироста, роста национального дохода. Из-за всяких неуклюжих действий нового советского руководства этот ежегодный прирост составил 13,5% годовых всего. Ужас просто. Нашим бы, да, сейчас. А до этого средний, то есть ниже 17 до этого не было. И вот они нарулили, и у них 13,5 получилось. Вот, то есть представить себе нормальное, вполне себе высокоразвитое производство и способное, что характерно, к прогрессу научно-техническому на территории Европы, обеих Америк и Африки вполне себе можно. Сказать, что это было бы легко и просто, не скажу. Сказать, что не будет дисбалансов и что они будут, так сказать, вот... Они и должны быть. Куда от них денешься? Но, по крайней мере, ничего такого особенного. Представить себе, как... Понимаете, когда строилась советская страна, там, извините, была гражданская война и острейшее социальное противоречие, которое имело форму гражданской войны. Там было очень сложно с гуманизмом и со всем прочим. И то военные спецы таки в товарных количествах служили в Красной армии. В тех странах, где социализм победил бы мирным путем, какой смысл устраивать репрессии? Я же даже не говорю об этих спекуляциях на тему, так сказать, БУЛАГов и всего прочего. Ну просто какой смысл физически? Вот вы мирно победили. Да, понятно, что сильно богатые люди не монтируются в новую систему. Но если нет вооруженного сопротивления того, что называется военными преступлениями, что, собственно, топором-то махать? Смысл? Вот. Найти какой-то компромисс, каким-то образом их вмонтировать обратно в эту систему. Задача, не хочу сказать, что простая, вполне решаем. В чем проблема была сталинского социализма? В том, что есть еще два компонента светлого завтра. Социальный и политический. Про политику. Политическая система Советского Союза не является венцом совершенства по многим причинам. Одна из основных – это ее мобилизационный характер. Когда у вас на носу мировая война, на уничтожение вас персонально, когда у вас после этой войны вопрос выживания, ну, надо восстанавливать все, что разрушено, а разрушено, ну, грубо говоря, Советский Союз за время Второй мировой войны, уже в данном случае Великой Отечественной, потерял порядка трети национального богатства. Это очень много. Вот. И восстановить это буквально в считанные годы, ну, согласитесь, что в таких условиях рассчитывать, что мы обгоним Америку по уровню жизни, к тому же 55-му году. Когда как главный бенефициар Второй мировой войны США и были. Во-во-во. Это несколько самонадеянно. То есть... некоторая, так сказать, недостаточная развитость быта послевоенного СССР немножко объяснима. Но с политической точки зрения именно государственное устройство, партийно-государственный аппарат складывался как мобилизационный с соответствующими ограничениями. И это, кстати, логику планирования государственного меняет. Сталин был вынужден каждый год ручную сводить баланс. Вручную. Совершенно верно. И если в экономике, в принципе, не требовалось никаких серьезных таких вот глубинных изменений, требовалась, условно говоря, настройка,
тюнинг, как сейчас говорят, нежели какие-то судьбоносные там преобразования, потому что именно модель, именно подход вполне себе был универсальным и годился и для Монголии, и для Германии, и, в принципе, подошел бы и к Азии, и к Африке, и к обеим Америкам. Вот, по крайней мере, ничего такого особенного именно в экономической модели сталинского социализма я не вижу. То есть она вполне себе укладывалась, вот даже в том виде, как он существовал в 50-м годам, она вполне себе обеспечивала как минимум приемлемый уровень для всех. В любой стране, для любого населения, для любого уровня развития. От высочайшего, так сказать, мирового уровня до совершенно диких племен. Здесь не то, что некуда было, так сказать, негде было увидеть путь к совершенству, к совершенству предела нет, но именно сам подход вполне себе свою гидность доказал и нуждался скорее в тонкой настройке применительно конкретной территории, конкретной стороне, к конкретному периоду. Вот. Политическую систему Советского Союза приспособить к новым условиям, условно говоря, развития современного общества, ее так просто не применить. Просто восстановить вот советские законы, советскую модель государственного устройства, даже сталинского периода, это хороший такой надежный путь к провалу. Просто за счет категорического несовпадения в связи с изменением условий. Эта модель вполне себе работала. И то, кстати, допускала кучу проблем именно в связи со своим мобилизационным характером. Уже тогда, в 40-е, в 50-е, тем более в 30-е годы. Сколько шишек набили. Вот. И сейчас вот всерьез требовать, чтобы мы вернули сталинский СССР в ту политическую систему, которая была четко привязана к тогдашним условиям, это просто неправильно, это просто ошибка. Потому что политическая система, в отличие от экономической, ну как сказать, она существенно ближе вот, к реальной политике, к реальной обстановке и, извините, к уровню противостояния, в том числе военного. Вот, экономики-то, строго говоря, на это по барабану, она, в общем, немножко о другом. Не то чтобы нельзя воевать без экономики, откуда вы будете, собственно, танки и самолеты брать, как не с заводов. Вот. Но, тем не менее, сами по себе экономические отношения в этом смысле несколько более абстрактны, несколько более общий характер носят. И слава богу. То есть по политической системе просто так взять и скопировать не получится. Надо предложить новую политическую систему, которая будет отвечать уже более общим условиям. Не быть эффективной в предвоенный, военный период и период послевоенного восстановления, а, так сказать, на все возможные случаи. Потому что, извините, казарма и казарменные правила, ну, в гражданской жизни не везде применимы. Кое-где, наверное, стоит, так сказать, вот гайку-то закрутить. А там, где резьба сорвана, тяжело. Вот, во все мыслимые и немыслимые, так сказать, социальные, так сказать, институты внедрять вот, чисто армейский подход. Но армия, она же не все общество. Но частный случай. Безусловно. Но, тем не менее, попытка внедрить, так сказать, армейские порядки, например, в ученую среду не приведут ни к чему хорошему, кроме деградации этой самой ученой среды. Вот. Кстати, и наоборот. Вот попытка устраивать научные дискуссии в строю по поводу команды «Равняйсь», отданный сержантам, она тоже к хорошему ни к чему не приведет в обоих случаях. То есть, если сержант допустит эту научную дискуссию, наверное, будут проблемы. Не только у сержанта. Не только у сержанта. И самое главное, если я с трудом представляю, как демократия поведет себя в реальном боестолкновении. Что-то мне подсказывает, что нормальный сержант в этом смысле будет более полезен, чем секретарь ученого совета. Как говорили, что в советской армии команда проходила на 7 звуков быстрее, чем в немецкой. Поэтому в критический момент это имело значение. Извините, пожалуйста, будет телевизионная. Да? Да. Илья Юрьевич, давай вот на следующей передаче мы с тобой обсудим будущую политическую систему, возможную будущую политическую систему. У нас с собой есть. Хорошо. И это мы к ней вернемся в следующий раз. Есть? Илья Юрьевич, спасибо, Жень. Будьте бдительны, товарищи.